Послание из прошлого. В Юрьевской школе, это в Днепропетровской области, открыли капсулу, которая пролежала под землей 50 лет. В ней письмо обращение учителей и учеников 1967 года к учащимся 2017-го. Вместе со школьниками читали и наши корреспонденты. Рік революції 1917 і в 67-му році це було 50-річчя жовтневої революції. В честь 50-річчя до потомків 2017 року, де ось написано, це була заложена капсула. Капсула с посланием полвека пролежала под этой бетонной плитой. Бумага за 50 лет немного испортилась. Но текст легко читается. Когда его написали, Александр Буряк учился в 8-м классе. Он сразу же узнал почерк своего учителя, который записывал послание. Петро Йосипович, это был учитель с великой буквы, это никогда не повысил ни голоса. Настолько он был выхован, настолько его любили все, и люди, и дети. На нескольких листах дети и педагоги описали свои достижения. Тоді були соціалістичні змагання, були спортивні змагання, культ і навчання був, і культ людини був. Ми працювали в господарстві, працювали в колгоспі, збирали макулатури, там виливали ховрашки, здавали металолом, допомагали ветеранам. І другі цінності були. Що такого зараз немає? Зараз цінності електронний вік. Имена победителей районных конкурсов, спортсменов и лучших умельцев различных кружков в отдельном списке. Свою фамилию здесь нашла и Надежда Завада. Когда писали послание, она училась в 3-м классе, была отличницей. Сейчас работает методистом в родной школе. Я тоді була Смирнова Надя, і ви знаєте, я якось сумнівалася, чи є моє там прізвище, чи ні, тому що я була мала, і мені мама говорила, Надя, там же ж ти записана. І думаю, так це чи ні? Думаю, а якщо відкриють капсулу, я ж була впевнена, що там моє ім'я, і все-таки там моє ім'я є. В кінці послання – напутствие сучасним школьникам. Вони побажали особисто, ну, кожному учневі досягати своєї мети, йти вперед і ні за що не здаватися. В Юрьевской школе решили традицию не нарушать и уже готовят текст послания следующему поколению. В нем отметят любимых педагогов и лучших учеников, напишут пожелания. Спрячут в капсуле под той же бетонной плитой. Открыть ее должны в 2067 году, когда школе исполнится 100 лет. Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область.